Следующий вопрос. Абдаману аниль мейит. Можно ли брать на себя поручительство за покойного? За того, кто уже скончался. Говорит джумхуру уляма, аля машруиет абдаман аль мейит. Большинство, говорит, ученых считает, что узаконено брать на себя ответственность за покойного. Сава тарака тарикатан амлам ятрук. При этом без разницы, оставил ли этот покойный после себя наследство или не оставил. Осадалю би хадисей аль-бар. И в довод привели два хадиса главы. 866-867 хадисы. Вамадаба аби ханифа анну ла ядману аль-мейит. Говорит и второе мнение в этом вопросе, мнение абу ханифы, о том, что нельзя поручаться за покойного. «Лянна зиммата у кадхарабат» или «кадхарибат» «илля нетру камалян». Сказал, потому что ответственность самого покойного уже разрушена, то есть нет на нем ответственности. Кроме как, если он, говорит, оставит наследство. «Фалюан ялмана ан». В этом случае, говорит, человек может ручаться за этого покойного, как бы опираясь на, него наслед... на его наследство. «Вассалабу ковлю джумхур», говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, но правильным является мнение большинства ученых. «Лянна хадис аль-баб нассун фи махалли низа», потому что хадисы главы являются явным контекстом в нашем спорном вопросе. «Валя сабиля иля раддиха ва тауилиха, валлаху алим». И нет никакой возможности опровергнуть эти хадисы или истолковать их как-то по-другому. То есть, знаешь, если человек скончался, можешь ли ты взять за него ответственность, в том смысле, что берешь ответственность за его долг, что ты расплатишься за него. Оставил он наследство или не оставил он наследство? Мы говорим, да, можешь брать за него ответственность, ручаться за него, и таким образом долг его, то есть покойного, переходит на тебя. Или, как минимум, переходит на наследников, в том смысле, что ты ручаешься за наследников, что они расплатятся из наследства кого? Покойного. И если они не расплатятся, то ты будешь за них расплачиваться. Далее.